На конкурсе дети читают стихи. Меня зовут Джамшгитова Розалина. Я учусь в школе номер 7, столице Белоречёвского и Ставропольского края. Я хочу рассказать стихотворение Федора Ивановича Тютчева. Люблю грозу в начале мая. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как порезясь, играет, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик прилетит, после первого дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит проток приворный, в лесу не мокнет птичий гам и гам лесной, и шум приворный, все в торе весело громам.